первый раз я пошел, знаете куда? Вот на эту тропинку. Ага. Ладно, посмотрел, нет? Ну и потом дальше пошел. Я там под мостами все смотрел. Николай Веневитин рассказывает страшную историю о том, как нашел своего сына мертвым спустя 3 дня после пропажи. Николай Иванович говорит, сын Саша жил с ними и в последнее время работал на хуторе в поселке Медовое. В день трагедии 12 октября молодой человек по привычке собирался на работу и около 5 часов вечера вышел из дома в сторону трассы. Около 18:00 его видели на остановке, а через 1,5 часа к Веневитиным приехали хозяева хутора, так и не дождавшись Александра. Родители сразу стали звонить сыну, но телефон был недоступен. 3 дня Николай Иванович искал сына, потом подключилась полиция. Вместе они нашли Сашу за оврагом, правда, уже мертвым. Мужчину сбил неустановленный автомобиль и скрылся. Сегодня ровно месяц со дня смерти Александра, но в этой истории до сих пор остается много загадок. Полиция уже возбудила уголовное дело, правоохранительные органы ищут очевидцев этой аварии. Узнай больше о событиях Калининграда на Первом городском телеканале. Следи за городом.